Привет, бро, меня зовут Пози. Сегодня мы с тобой поиграем в Roblox в режим Hide and Seek. И да, у нас уже идет матч. Сейчас мы наблюдаем за каким-то чуваком с ником IT. Сейчас он догонит какого-то чувака без футболки. Давай, ты его почти догнал, ты почти сделал это. Посмотрите, он еще и уворачивается. Ну все, ему точно конец. Эй, ну давай быстрее его лови, не обламывай картину. Во, правильно, забрал его волосы. Я думаю, как только закончится этот матч, у нас сразу же выберется другая карта, и я думаю, что это будет гигантский дом. А пока что просто обычная кухня. Игра закончилась, и сейчас у нас будет выбираться новая карта с помощью рандомной волшебной рулеточки. Хоть бы дом, пожалуйста, выберите дом. Я хочу поиграть на гигантской улице, нормально походить на улице, побегать, поугарать. И я буду играть в комнате Итана! Ей! Итак, кто у нас сейчас будет сикером? Кто же будет всех искать? Ну-ка, хоть бы не я, хоть бы не я. Я не хочу быть сикером! Давайте, хотя бы в первом раунде не выбирайте меня сикером! О, да, Сникки Лил! Так, запомним, как она выглядит. Это девочка в странном костюме. Она нас будет искать, и мы с вами появляемся в необитаемом пространстве. А, нет, все отлично. Комната Итана! Итак, куда мы побежим? Туда, куда все бегут? Не очень интересно, поэтому я предлагаю залезть куда-нибудь повыше, чтобы посмотреть свысока, с высоты птичьего полета. Я чувствую себя каким-то маленьким лилипутом, который бегает в гигантской комнате. Ну, хотя так оно на самом деле и есть. Может быть, можно залезть в наушник? Нет, в наушник залезть нельзя. Может, под кепочку? О, да, здесь можно залезть в кепку! Вау, это отличная идея! Пока они все забираются по этим лестницам, я посижу в этой кепочке. Эй, иди сюда! Пссс! Сюда, сюда, сюда! Иди в кепку! Залазь в кепку! Давай, иди за мной! Ты еще можешь спастись! Ладно, уже поздно. 3, 2, 1. Все, сейчас он будет подниматься по этой лестнице. Спрячься в эту кепку. И не двигайся. Не показывай виду, что ты находишься в этой кепке. А, вот та и бабища вышла на охоту. Вон она, в самом низу. Сейчас будет забираться по этой лестнице. Да-да-да-да-да. А, нет, это не она. Это какой-то любитель собак. Ну и странное имя. Любитель собак. Ладно, может быть, я просто попробую попользоваться этим компьютером. Ну-ка, встану на тачпад. И компьютер не включается. Компьютер сломан. Почините его кто-нибудь. Либо побегаю просто возле этих полочек. Там наверху очень много монеток. Может быть, как-то можно туда забраться. Она здесь. А, нет, ее здесь нет. А, все, она уже выбежала. Так, ладно. Встану за эти книжки. Куда-нибудь вот сюдашеньки. Все, я бесполезен. Это по стелсу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Где она? Она от меня в 350 метрах. Это очень далеко. Можем даже не заморачиваться. Просто бегать спокойно здесь. Она за мной ходить точно не будет. Или... Или... Стой, 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 стой. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нет-нет-нет. Только не... Я не хочу, чтобы она сюда подходила. Встану быстрее вот за этот столбик. Фу, я беспалевен. Идем дальше. Напоминает комнату из мультика «История игрушек». Может, встану сюда? О, да, за углом. Нет, тупая идея. Фильм Roblox? Что, простите? Такой фильм уже существует? Я не думал, что фильм снимут по игрушке Roblox. Так, он уходит в другую сторону. Беспалевно забираемся по этой книжке наверх. О, привет! Я забыл, как его зовут. Это из мультика «Город героев». Так, бумажный самолетик. Я хочу встать на этот бумажный самолетик. Полетели! Эй, самолетик не работает. Запрыгну за эту книжку. Вот так вот. И теперь могу тоже здесь поставить. О, кажись, я нашел тайный проход сквозь эти книжки. О нем точно никто не знает. Ладно, нафиг все эти щелочки. Будем выходить и драться. Сражаться. О, я залез на гитару. Это та испанская гитара, которая похожа на сомбреро. Нет, это не гитара, это какой-то баян. О, 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 о. Это почти самая высокая точка на этой игре. 40 секунд, а он по-прежнему нас не ищет. Опа, я его видел. Он спустился вниз. Привет, я здесь. Ускоряйся и беги в мою сторону. Ну чё ты такой трусливый, а? Яблочко, листики. Просто обычная комната геймера, ничего особенного. Тут даже диванчик есть. Спрячусь за подушку. Так, я хочу собрать монетку. Есть. Но на что мне 38 кредитов? Я не знаю, что здесь можно купить. Давай посмотрим, что у нас здесь в шопе. А в шопе у нас... Ледяной питомец! Йети! Так, это прикольно. И все. Здесь больше нет ничего интересного. А, нет, здесь еще есть питомец ТВ. Хочу себе питомца ТВ. У меня есть 48 кредитов. Мне дали кредиты за победу. Где мы будем играть? Скажите, что на улице. Почти. Почти улица. Снова на одной и той же карте два раза? Что, простите? Я покупаю себе питомца, пингвинчик или телевизор? Я думаю, телевизор. Почему бы и нет? Покупаем телевизор. Бэй. Готово. Все, теперь возле меня будет летать прикольный питомец.
одеваю его. И где питомец? Я его не вижу. Зачем я его покупал, если я его не вижу? О, по этой лестнице можно карабкаться. О, я хочу залезть в мусорку. Да, в мусоре меня точно никто не будет искать. Нет, я не зацепился. А, быстрее, быстрее, наверх. Карабкаюсь наверх. Прыгаю, 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 прыгаю. Он сейчас появится уже. Я залез на двухъярусную кровать. Батут? А, нет, это не батут, это подушка. С телепортом! О, монетки! Я нашел, где находится телепорт. Вау, статуэтка Роблокса. 2014, батл. И снизу тоже есть монетки. Залезем к этим монеточкам. Снова их пособираем. Смотри, сколько кредитов я уже собрал. У меня снова появилось 14 кредитов. Что здесь написано? Гроуни, какой-то бобер в шляпе. Бобер в шляпе. В тебе есть телепорт? Например, в твоей башке. Буду дразнить его. Ты меня видишь? Эй, принцесса Пупырка. Я вижу, ты подсвечен. Вон ты бегаешь, IT. У всех, кто ищет, ник IT. Это, типа, специально так сделано. Только не залезай на подушку. Надеюсь, он не залезет. Нет, он собрал мои монетки! Зачем? Это мои монетки, не трожь их! Я уворачиваюсь. Кажись, он меня заметил. Он меня заметил. Он меня заметил. Он меня почти догнал. Нет, 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 нет. Я должен куда-то залезть. Срочно должен куда-то залезть. Запрыгиваю. У-ху-ху. Так, уворачиваюсь. Прыгаю на это сомбреро. Прикрой меня, дружище. А, нет, он меня поймал. Он нас двоих сразу поймал. Он пытался меня прикрыть. Надо отдать ему должное. Он нашел место, где все прятались. Тут есть геймпад. И снова потайная комната с телепортом. К змеям и глобусу. Нет, здесь точно ничего не найдешь. А, нет, вон там кто-то спрыгнул. Пингвинчики! Я хочу залезть потом к этим пингвинчикам, если мы снова будем играть на этой карте. Игра завершилась, и он провалил задание. Он не смог всех поймать. Только не комната Итана. Все. Эта карта заезжена. Она неинтересная. Не нужно ее выбирать. Воркшоп. Так, ну теперь точно выберут меня. А, нет, теперь будет играть какой-то Туната. Ладно, Туната. Тунец. Тунюсенький тунец. Почему все эти карты так похожи? О, да, за мной реально летает этот телевизор. Вау, это очень круто. Здесь столько мест, чтобы спрятаться. Ладно, побегу прямо за эти коробочки. Там по-любому есть много места, где можно спрятаться. Ну, почему-то мне так кажется. Хотя нет, здесь есть батутик. Меняем свое направление на этот батутик. И прыгаем. Еще раз прыгаем, говорю. Залетаем на этот красный ящик. Какой-то контейнер. Возможно, мини-холодильник. При желании он может меня поймать за 2 секунды. Поэтому я хочу быстрее смотаться, быстрее, быстрее. Так, ладно. Надеюсь, мой телевизор меня не выдал. Бежим быстрее. Я его не вижу. О, гигантский спуск вниз. А, это та штука, чтобы ремонтировать машины. Давай, давай, давай. Есть. Я на коробочке. Теперь нужно паркурить по этим шинам. О, я читер. Смотри. Ну да, не до конца получилось залезть. Вон он там с обратной стороны. Попытайся меня догнать. А у него ничего не получится. Может быть, можно выбраться как-то за это окно? Было бы очень прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой. Он прям почти возле меня. Так, вот это уже страшно. Так. Спускаюсь в этот ящик. А, нет, у меня нет выбора. Я должен убегать отсюда. В обратную сторону. Ну как бы ему догнать меня не составляет никакого труда, поэтому нужно держаться крепче. Спускаюсь в этот... Вау! Офигенное место ты нашел. Посмотри в мой телевизор, если тебе скучно. Он улыбается. Вечно улыбается. А, ты предлагаешь мне выйти отсюда? Ну ладно, давай с тобой рискнем. Будем уворотливыми, шустрыми как мангуст. Упс! Упс! Его поймали на последних секундах. Та-дам! Я здесь! Ха-ха! Я возле тебя! А, не успел меня поймать. Ну ты лалка. И мы снова победили, и мне снова дали 10 поинтов. Ну что ж, бро, сегодня мы с тобой играли в Roblox в режим Hide and Seek. Надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если это так, то обязательно поставь лайк. Также подпишись на канал, если ты еще не подписан. Если хочешь больше Hide and Seek, напиши об этом в комментарии. Ну а с вами был Пози. Увидимся с вами в следующих видео. Всем адьос! Playtime!